Черкесский детский сад «Огонек» открывает свои двери для маленьких воспитанников. После завершения 4-месячного капитального ремонта было приобретено много нового оборудования для улучшения работы сотрудников пищеблока. Подробности у Харчибиджиева. Капитальный ремонт детского сада номер 7 «Огонек Черкеска» длился около 4 месяцев. В дошкольном учреждении была проведена капитальная реконструкция помещений. Добавили 2 цеха – овощной, мясорыбный, расширили продуктовый склад, отремонтировали кровлю, которая доставляла большие хлопоты детям и всему персоналу. Мы благодарим мэрию, которая нам организовала этот ремонт, провела. Благодарим управление образования за помощь. Благодарим подрядчиков, строителей, которые провели ремонт. Ну, естественно, силами сотрудников еще проводили ремонт. В детское дошкольное образовательное учреждение приобрели новое оборудование. Варочный котел для первых и третьих блюд, электроплиту, электросковороду и 2 холодильника. В детском саду «Огонек» 10 групп, а всего он рассчитан на 253 ребенка. Здесь созданы все необходимые условия для пребывания малышей, а также для реализации современной программы общеразвивающей направленности. По словам руководителя, здесь соблюдают все меры предосторожности в связи с неблагоприятной эпидситуацией. Чтобы не подвергать свое здоровье и здоровье детей опасности, в феврале весь коллектив детсада прошел вакцинацию. Мы уже как бы здесь не новички, мы не первый раз пришли. У нас просто немножечко была реконструкция в нашем садике. Это уже долгожданное было событие. На самом деле ребенок очень долго ждал, очень хотел прийти в садик. Ну и наконец-то это свершилось. Наш садик готов принять наших детей, поэтому очень рады, очень в восторге ребенок. Садик стал еще привлекательнее. В нем вновь зазвучали детские голоса и смех. В день открытия в «Огонек» пришли около 100 детей. Малыши признаются, что соскучились по дошкольному учреждению. По своим друзьям, по играм, по интересным мероприятиям. Ну и, конечно же, по вкусным обедам. Вкусно или нет? Вкусно. Вкусно? Угу. Скоро здесь состоится и открытие долгожданного ясельного корпуса для детей от 1,5 до 2 лет на 80 мест. Что, конечно же, обрадует молодых мам. Для открытия практически все готово. Завезена мебель, посуда и игрушки. Харчабиджиев, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия.